И снова всем привет, друзья! С вами великий скульптор Велман, или же Mortal Kombat. И сегодня у нас очередной обзор модов, по-моему, 16 или 17, я уже, если честно, не помню. Вот, сегодня у нас замечательный мод, давайте сделаем день, который добавит в мир Майнкрафта офигительные стеллажи, вот такой вот молоточек и статуи. Да, давайте, пожалуй, начнем со стеллажей. Что это такое? Нахрен они нужны? Вот, это такие интересные стеллажи, которые крафтятся вот таким вот образом. Вот таким вот образом, еще раз говорю. Вот так, сейчас давайте найдем. И это все дело покажем крафт, в общем. Так, где это? Ага, вот. Да что такое? Что за дерьмище? Так, вот так вот, собственно, он крафтится. Три стеклянные панели, любое дерево и палки. Вот так вот крафтится. И для чего же он нужен? В этот стеллажик музейный, так сказать, мы можем положить любой предмет, и он у нас тут отобразится. Но у меня баг с этим, видимо, модом. Давайте попробуем мод, например, тот же самый, что-нибудь без, ну, не из мода. Вот, например, давайте тот же самый железный меч. Вот, он у меня отображается очень коряво, иногда вообще не отображается. Я не знаю, с чем это связано, но у вас, думаю, он будет отображаться. Так, следующее. Этот мод добавит нам вот такой вот замечательный хаммер, что в переводе с английского молоток. Итак, как же его скрафтить? Нам понадобится два железных слитка и две палки. Крафт, в принципе, недорогой. Очень даже, я бы даже сказал, дешевый. Так. Следующий, в общем, как делать нам такие классные статуи? Что-то мы, вот любой блок, видимо, изо льда нельзя, ставим. Давайте попробуем из резного песчаника. Вот. Вот. Черт. Вот. И вот так вот получается нам вот такая вот менюшка. Вот. Менюшка у нас... Для чего же она нужна? Здесь мы можем строить разнообразные скульптуры. Итак, первый бегунок, он отвечает у нас за руку. Второй за вторую руку. Тут же бегунки аналогично отвечают за ноги. Этот бегунок отвечает нам за голову. А этот бегунок отвечает нам за... В общем, вертеть тело или нет. Нажимаем скульпт, и такой вот у нас упоротый песчаный Стив. Вот давайте вот, например, сделаем из золотого блока кого-нибудь. Вот. Давайте, например, создадим такого рандомного Стива. Рандом мисс. Ну, в общем, из золотого блока Стива строить как-то бредово. Давайте построим вот кого-нибудь другого. Вот, например, давайте построим... давайте вот... Построим меня, мой скин, короче. Посмотрим, будет ли это красиво отображаться, аль нет. Так. Не очень красиво. Ну, там, мой скин, короче. И нажимайте скульпт, и все. Давайте попробуем построить нашего друга Алена. Черт. Ален. Какой там у него? 9.1.1, по-моему. Во. Ну, в принципе, тоже прикольно. Так, неплохо все. Оп. Лезгинка, ай-тай-тай, рэп-тап-тай, ай давай, лезгинка, танцевай. Так, ну, давайте я вам покажу скульптуры, которые я сделал. Вот, собственно, наш друг Ален из алмазных блоков. Остальных я сделал из камня, ну, камня простого, так как это более красиво. Всем известный создатель Майнкрафта Ночь, Стив, Фрост, Мистер Смайлгод. И я. Себя я сделал из, по-моему, вот такого вот блока. Красная обожженная глина вроде бы. Вот. Ну, это, в принципе, все очень красиво. Вот. Ну, этот мод шикарный. Я его обязательно включу в сборку. Вот. Ну, это, в принципе, все, что нам хотел добавить этот мод. Если вам понравился, обязательно поставьте лайк, подпишитесь, прокомментируйте. Стройте скульптуры, и все будет красиво, хорошо. А с вами был Велман, или же Mortal Kombat. Всем спасибо за просмотр, и всем пока.